Отец, здравствуйте. Нас интересует вот это вот. И вот это вот. Так, картинка есть, судя по тому, что я сам себя слышу. Ага, все, картиночка есть. Здорово, ребят. Дрюзазиня на связи. Вот, вновь Дрюзай здесь. И вновь мы играем в Doom на Nightmare. Это третий уровень, насколько я понимаю, плавильня. Плавильня, как мы уже выяснили на прошлом стриме, это художественная репрезентация квартиры Зорика. Играем мы на Nightmare. Я уже говорил, что я не гарантирую, что я пройду на нем всю игру до конца. Но я постараюсь пройти столько, сколько смогу. Так, голосовое сообщение. После диагностики претерианского бронекостюма я выяснил, что смогу ускорить улучшение вашего арсенала, если измерю вашу боевую эффективность. Я добавил отслеживающую метку на ваш нашлемный дисплей. Окей, то есть вот здесь можно повоевать, да? Комплекс не позволит вам проникнуть в турбинный зал, пока уровень демонического присутствия на литейной фабрике не будет снижен. Наша охранная система не поддается взлому. Так, окей, понятно. Так, у меня два очечи. Так, я могу прапать себе костюм. Yeah. Это же стандартная инвестиция. Спасибо, Кэшик Сосиса. Посмотрел запись прошлого стрима. По пунктам. Найтмер сосет мочу в начале. Это правда. К концу первой четверти. Третье. Уже достойный арсенал, чтобы разъебывать. Чтобы не умирать, нужно искать секреты активно и качаться. Учить паттерны врагов так, как ошибка. Смерть в итоге после половины. Тупо танец. Ну, окей, ладно. Так, я, наверное, вот это возьму. Очевидным образом себе. Ага, хорошо. Да я верю, просто именно на Nightmare-то я не проходил, думаю. Вот. Ты тоже на среднем его проходил? Да! Ну так что видел? Видел цель, здорово, Либераха. Да, да. Мне еще говорили, что какое-то оружие скипнул, но, по-моему, я ничего особо не скипал. Опоздание винтовку у тебя есть? Нет, значит скипнул ее. Блять, ну ладно, хорошо. То есть я никак и не верну себе обратно, или как? По-моему, она дальше встречается, если я ничего не... По-моему, тут все оружие встречается по пару раз. То есть ты можешь его добыть рано при помощи секрета. А как у нас тут ракетами стрелять? А, вот так, окей, все, вспомнил. Ты можешь добыть большую часть вепонов пораньше при помощи открывания секретов, а можешь открыть их попозже, когда они в более очевидных местах лежат. Но это если не память не знать. Меня тут огонит, пиздяшит? А, нет, не отпиздяшит, ну ладно. Что тут происходит? Я в 4К, кстати, играю, но вы видите только Full HD, потому что могу себе позволить. Так. Обнаружена утечка. Внимание, стимулирование ядра растет. Так, я так полагаю, мне прыжок надо совершить, да? Нет, нет. Не надо. Ну ладно. А я совершил уже поздно. Я проходил ее последний раз в 2016 году, в мае, когда снимал тот самый великий обзор. Когда я был веселым человеком в додепрессивную эпоху. Нихуя тут платформинг жесткий. Сейчас направо можешь сходить, секретить, по-моему. А, вот сюда? Это что, типа считается секретом? Да. Армор? Ну, конечно, армором мне насыпали, конечно, 3 километра, да, от этого. Это что, он руку оторвал? А, ну понятно, это будет сейчас вскрытие замка, да? Или нет? Или все, здесь больше ничего нет? Сейчас мне что-то повисло. Ну да, я битрейт лютый поставил. Вот. Картинка есть, все нормально? Да, да, все хорошо. Я просто битрейт царский поставил в 9,5К. Вот. Бля, пропуск кадров пишет много. Отвисло? Да. Отлично. Давайте я перезапущусь, битрейт пониже поставлю. Вот опять беса мне за спину резнуло. Это вообще нормально?
А у них здесь, по-моему, этот фиксированный спауны. Ну, то есть их задрачивать надо, да? Да. О, музыка, как в моей любимой порнухе. Во, музыка, как в моей самой любимой порнухе. Это что за хуйня, блядь? Это кто? Это монстр, адский крушитель. Это... И что с этим дерьмом делать, когда он с этим стреляет? Такой момент снайпер бегает тут, видите ли? Демоническая угроза уменьшена на 25%. Круто. Демоническая угроза уменьшена. Деды воевали, как говорится. Все, тут мне делать больше нечего. Картинка есть, все нормально? Да, хорошо. Все, красиво. Идем дальше тогда. Так, там мы уже были. А, ну в принципе, туда не допрыгнуть, да? Не-не, ты туда не допрыгнешь. Там, по-моему, ничего нету. Там, там аптечки есть, а учитывая, что это Найтмар, как бы, есть смысл пособирать всякое дерьмо. Ну, я так понимаю, я нашел оптимальный способ с ними расправляться. Открывай на... Доступ синий? А, на каждом уровне ключ карты надо заново собирать, да? Понятно. Понятно. Я-то думал, ключ карты универсальный. Я уж забыл, как оно тут. За столько лет-то. Температура ядра растет. Да похуй на температуру ядра, в принципе. Я, кстати, недавно выяснил, как бы это глупо не звучало, что то, какая казнь будет произведена, зависит от того, куда ты смотришь на беса. В курсе этой темы? Куда ты смотришь? Я просто знаю, что сверху одна казнь, снизу другая. Сверху одна, снизу другая. Сейчас смотри. Смотрю ему на голову. Во, видишь? Mm. Куда смотришь? То есть я буду смотреть на руку. Он отрывет руку. Да, да, да. Я об этом узнал только сегодня. Если на ногу, то он ножку подсечет, ножки сломает. Я думал именно, что анимация зависит, типа, если ты на него прыгаешь, одна. Да, там, да, если стена рядом, попал. Еще одна, да. Я так понимаю, что хп все-таки надо подпрокачать для Найтмара именно. Здоровье, очевидно. Потом уже можно будет броню подпрокачать. Так, ну а что я здесь сделал-то? Мобы здесь вымерли. Нет, тебе там назад надо и прямо. Да надо? А, ну у меня нет карточки, все. Не, не, не карта, там правее и прямо. Там сейчас будет еще один спаун. Ты видишь, вон туда. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я там, я туда пришел. Вот прямо. Нет, там. А, там... понял. Вот сюда, что ли? Да, да, там сейчас будет спаун и новый противник, если я правильно помню. Бля, я не рассчитал. Я думал, что у меня для бензопилы что-то есть. А еще я думал, окей, меня довольно далеко резнуло. Демоническая угроза уменьшена на 25%. А, ну все правильно, окей. Стоп, там патроны для дробаша. Так, мне сейчас сначала туда стоит сходить, да? Температура ядра растет. Ну да, я тут уже был. О, смотри. О! Да, да, вижу. Бля, чего? Ну, суть Найтмара, короче. Я считаю, что все-таки вот это вот получение урона за секунду — это полная это говнина. Инвестиция. Астротубу, спасибо. Казнь зависит от того, куда смотришь, с какой стороны стоишь, есть ли стена рядом. Некоторые испытания завязаны на глоры-киллах определенным способом. Окей.
Редко провожу игровые стримы, теперь мне дают советы всякие гейские, прикольно. Бля, тут треснулась броня заново, прикольно. Мне, ну просто я не вижу в этом челленджа, тебя просто враг уничтожает и все. И челлендж в том, что тебя типа враг уничтожил за секунду, ну не знаю, это на... Нет, дело в том, что даже у слабых врагов, вроде вот этих же, как они называются, вот эти, которые тебя убил последний, не помнишь? Да это какие-то импы ебаные. Ну вот импа, там есть эта вот така, когда он кидает, блять, и вроде бы она должна наносить много урона, но импа спавнит много порой. И когда они все в тебя кидают, блять, это пиздец. Иногда за спиной тебе их резают. Бля, почему я горю? Так, все, здесь вроде проблемы решены. Так, но мне надо было не сюда. А секрет не устанавливается уже, да? А, и вот так. Мне, короче, нужно... Понял. Или я не понял. Господи, как все сложно. Мне вон туда надо. Дай-ка их сюда побачу. Вон что с теми долбоебами делать? А гранату из дробовика закидывать им, типа, за спину. А-а-а. Блять, оружие, переключись, пожалуйста. Ну, что-то его не впечатляет, эта хуйня. Нет, ты в него попал. Нихуя не понял абсолютно. То есть я просто объективно нихуя не... Я больше не буду ходить на какие-то там сайд-активитис, потому что в этой игре чекпоинты хуйня. Ну, то есть я считаю, что Nightmare это... Я, во-первых, не верю, что я балансили под Nightmare, потому что, ну... Потому что в Nightmare количество твоего ХП не играет вообще никакой роли. Ты пропустил удар, ты сдох. Это, ну, типа... Абсолютно бессмысленно. Давай-ка побуду поагрессивнее. Ну а что с ним делать, блядь, с этим дебилом? Чё это за хуйня? Почему я подошел, дал в него мели-атаку, и я сдох? Типа, я думал, хотя бы мели-атакой можно ему щит убрать. Короче, нихуя непонятно. Демоническая угроза уменьшена на... Демоническая угроза — это люди, которые делают такой unclear дизайн. Типа, чё? У меня нет плазмоперделки. Я знаю, что они... А, Альберталь, это тот? Да, я тебе говорю, я проходил их, я им просто кидал буквально вот под ноги вот эту херню только сбоку. Да, знаю, я знаю, что плазмоперделка, она позволяет тебе разломать им щит довольно эффективно. Вот так, гранату. Во, нормально. Вот сейчас что с тобой делать? А, то есть в руку стрелять просто? Ну, тоже вариант. Так, блять, Кармак, иди сюда, давай тебе в рот буду. Кармака ко мне на ковер в рот его ебать буду. Интересно, сколько этих ультра-найтмеров, блядь, полетело вот из-за такой пиздец? А, да, вот если бы это был ультра-найтмер, я думаю, что я бы реально бы так... Алло, это It Software, да? Можно, пожалуйста, ребята, It Software к телефону? Я тут демоническую угрозу, нахуй, я нихуя не уменьшился. Я стал только больше и злее, уёбки. Блять, я дошел же этот пиксель, сука, влетел туда. Блять, еще и выжил, чмо ебаное.
Ну это просто пизда. Ну ты понял, да, как тебе просто сбоку подбегает чмо, ты его не видишь, оно из блайн-зоны тебя просто ваншотит. Не, да. я скорее всего не пройду эту игру на Ultra Nightmare. Ну то есть я считаю, что этот уровень сложности раковый. То есть я откровенно считаю, что это вот на этом уровне сложности она не работает как хорошая игра. Она работает как изнасилование в жопу самого себя добровольное, но это не хорошая игра. Ну то есть к тебе просто в блайн-спот подбежало чмо без какого-либо индикатора и тебя убило. И чё? И типа ты проиграл, потому что нехуй не играть с инсой 3 миллиарда и не вращаться по сторонам, как долбоёб. Да, вот так. Зорко озираюсь по сторонам. Вот чё это за дамаг? Вот чё это за дамаг, блять? Нет, вот сейчас я понял. Я из добивания, блять, не вышел, игра нанесла мне урон. Я не вышел из добивания, игра нанесла мне урон. Да это просто нечестная хуйня. Так, когда ты добиваешь, например, имп может с тебя хуйню бросить, и да, и ты подыхаешь. Это полная хуйня. Демоническая угроза уменьшена. Пошел нахуй, долбоёб. Ну окей, давайте я буду играть с ними чизом. Не, я думаю, что где-то еще два файта я просто забью на этот уровень сложности. Ну то есть просто раздражает неимоверно. Ну вот чё вот с этим долбоёбом делать, который там вот стоит? Вот чё вот с ним делать, блядь? По руке ему стрелять? А, ну ему в руку можно попасть, блядь. Ну пиздец. А, ну, блядь, ему можно щит сломать всё-таки, да? Так, у меня для бензопилы ничего там нет? Вау, блять, вот это да. У меня патронов нет. Круто. Ну это желтая карточка. Ну вот это я контрольную точку прошел. Ну либо да, вот таким вот путем анально-доминальным по одному нанопункту проходить. По одному файту. Тут что, можно как-то наверх забраться? Ну либо вот так вот играть. Какая-то хуйня, по-моему. Ну то есть если я захочу попотеть и поворачивать. Бля, вы что, охуели? Почему у меня граната не в откате? Почему у меня граната не в откате? Чё за бред? То есть я с абсолютно сейчас холодным лицом. Ну то есть я абсолютно типа. Я ору, конечно, но я сейчас к этому отношусь. Типа, блядь. Какую еще хуйню эта игра на меня подкинет? И что мне делать с этой хуйней? Вот у меня нет патронов. У меня нет бензопилы. И что мне делать нахуй? И что мне с этой хуйней делать? И меня и в жопу убил. Великолепно. Великолепная игра. Еще раз умираю от импа в жопу, я просто убираю этот уровень сложности и прохожу на среднем, как нормальный человек, который не любит изнасилованным в жопу быть. Ну то есть, я не верю, что эта игра разрабатывалась под Nightmare, просто я просто в это не верю. Потому что Nightmare это хуёвый геймдизайн, это просто игра тебя насилует. Потому что, basically, всё, что поменялось, ты недополучаешь хп и аптечек, а противники тебя пиздохают на фулл хп. Типа, все, вся разница. Ну, знаешь, может, имеет смысл на высокой, потому что когда я на средний проходил, я что-то помню, что я, например, не пользовался аптечками и броней в нужном количестве. Не, последний раз умираю, забиваю на эту хуйню. Я еще на где-то файте четвертом заебался, но это, по-моему, полная хуйня, то есть, ну... Наверное, это можно пройти. Ну, то есть, это можно пройти, если дико потеть и рассчитывать на удачу. Вот у меня сейчас патронов нет, блядь. Что мне делать, нахуй? Ваншот. Не, все, все, спасибо. Спасибо, не, я наигрался. Спасибо. Это же стандартная инвестиция. Нет, спасибо, я не то что сдаюсь, я просто отказываюсь. Это не челлендж. Дунгер из Чернигова, спасибо.
Вот, да не вопрос. Это не челлендж. Это как в God of War, Give Me God of War, такой же не челлендж, как вот эта хуйня. То есть, я не играю в игры, где сложность нечестная. Вот, то есть, не люблю эту хуйню. Я не люблю всякие I wanna be the boss, блять, вот это вот get me over this, вот эта вот хуйня, короче, для летсплееров. Мне это не нравится. И вот этот Nightmare, это абсолютно такая же хуйня для летсплееров. Ну, типа, ну тебя в жопу ебут, с блайндспотов тебя ебут, тебя откуда хочешь, тебя ваншотят и имп, и, блядь, демонады, и кто угодно, ну хуета, короче, понятно все. Ой, грустно, конечно, просто этот уровень сложности, его нельзя просто дропнуть, типа. Вот. Глаза вытекли от изображения, что там, плохо с картинкой все? Да нет, у меня все нормально. Я не понимаю, почему эта пусечка так горит. Там ведь было написано, этот уровень не подразумевает даже отдаленно честного отношения. Где это написано? Где это написано? Давайте проверим, просто поржать. Нет? Нет? Где здесь такого написано? Для опытных игроков битва на грани выживания, одна ошибка отделяет вас от жуткой смерти, обучающих подсказок нет. Где тут написано, что это... Где тут написано, что это должно быть чем-то нечестным? Где? А? И главное, пусечка, это твоя мама, и мы пока еще не подожгли ее дом, поэтому она вроде не горит, Центурион Маркус. Вроде пока еще твоя мать не горит, но если ты продолжишь так выебываться, мы обязательно ее спалим. Как в Red Dead Redemption 2, кстати, вот прям так и спалим. Как поместье тут, имеешь в виду? Тут игру на максимальной сложности можно заучить. У врагов обычно не больше трех вариантов спавна и блять, запоминать спавны в шутере, чтобы пройти игру! Нет, ребят, извините, это немножко не мое. Потеть в нечестном синглплеерном шутере, все-таки это не мой игровой опыт. Ну, то есть, меня пизданули со спины. Что я чувствую? Чему меня это научило? Ничему меня это не научило. Ну, то есть, чему это меня может научить? Вращать мышкой со скоростью света? Или чему? Или... У тебя сенса не 30, что ли? Или я должен... Нет, или я должен запомнить все точки спавна, и когда я запомню все точки спавна, я прочизерю игру, зная, где враги спавнятся, убивая их на месте. Ну, типа, абсолютно никакого фана. То есть, я не получаю удовольствия. В Half-Life 2 на высоком уровне сложности было в разы больше фана, хотя там такая же хуйня была. Ну, то есть я считаю, что любая игра, которая со сложностью просто делает ваншоты, это хуета. Например, вот Uncharted... Ты имеешь в виду, которая получается... Ну, то есть я считаю, что Uncharted 4 на максималках — это хуета. Я считаю, что вот этот Doom на Nightmare — это хуета. Ну, просто хуета. Я считаю, что God of War на Give Me God of War — это тоже хуета невероятного масштаба просто. Там и без God of War, блядь, Валькирия. Не, ну, без God of War ты это терпишь, как бы. Там есть хуёвый дизайн в God of War в духе то, что ты во время уворота урон получаешь, блядь, дебилы делали какие-то, блядь, Кори Барлок. Но, anyway, там вот до... третий уровень сложности проходится. Give Me God of War просто хуйня абсолютная, даже играть нет смысла. То есть, мне совершенно не нравится. Вот. Дрю не хочет разбираться в слабых местах и паттернах врага. Блять, ты долбоеб. Какой паттерн у врага, если он напал на меня со спины? Вот какой, блять, паттерн, если в игре нет индикатора атаки со спины? В чем паттерн, если игра тебя ваншотит? Ну, типа, какой, блять, Дрю не хочет учить паттерны? Блять, какие паттерны? Ладно, идите нахуй, я не буду. Вот я не стримил раньше синглплееры. Я вообще никогда не стримил раньше игры, и я не собираюсь начинать. Набегает куча долбоебов и начинают давать долбоебанные советы, как правильно играть, то, что ты не понял эту игру. Вот начинаешь играть в какой-нибудь Evil Within, набегает 2,5 ебаклака, говорит, а я прошел на куме. Блять, у него жопа разорвана, блять. У него прыщи размером с глаза. Но я, говорит, прошел на акуме. Ты просто не хочешь учиться и по 70 раз перезапускаться с точки рестарта, чтобы рандом сыграл тебе на руку, и ты прошел. Блять, ну ты пиздец. Ну действительно. Нет, ребят, спасибо.